Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Руслан Зоркий. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о биологическом микроскопе, достойном занять свое место в школьной лаборатории кабинета биологии или в домашней лаборатории юного любителя микробиологии. Итак, Optima Explorer – модель учебного микроскопа, которая предоставляет большие возможности за очень умеренные деньги. Микроскоп поставляется в обычной картонной коробке, внутри которой находится пенопластовая упаковка, надежно защищающая прибор во время транспортировки. Сразу обращает на себя внимание не отличающаяся большой щедростью комплектация. В комплект входит сам микроскоп, 10-кратный окуляр, адаптер питания от сети 220 вольт, батарейки и руководство пользователя на украинском языке. Познакомимся с прибором поближе. Прибор представляет собой классический биологический микроскоп учебного класса. Корпус микроскопа выполнен из прочного пластика. За счет этого прибор имеет небольшой вес. Окулярный узел микроскопа состоит из призменного блока и окулярной трубки. Благодаря наличию призменного блока окулярная трубка имеет удобный наклон под углом 45 градусов. Кроме того, окулярный узел может вращаться на 360 градусов, что очень удобно при коллективных наблюдениях. Внутренняя поверхность трубки достаточно хорошо зачернена, что сводит к минимуму посторонние блики. Оптическая система микроскопа состоит из трех простых объективов кратностью 4, 10 и 40. Объективы вкручены в трехпозиционную револьверную головку. Поворотом револьвера в ту или иную сторону до характерного щелчка осуществляется смена объектива и, как следствие, кратности всего микроскопа. Посадочный диаметр объективов имеет нестандартный размер, поэтому замена их на более совершенные не представляется возможной. Как было сказано, данная модель микроскопа комплектуется широкоугольным 10-кратным окуляром. Оптические элементы окуляра выполнены из оптического стекла. Корпус состоит из металлической втулки, имеющей стандартный диаметр 23,2 мм. Верхняя часть окуляра выполнена из пластика. Изменяя комбинацию окуляр плюс один из объективов, мы получаем три различных значения увеличения – 40, 100 и 400 крат. Благодаря стандартной посадке окуляра этот диапазон можно расширить, докупив окуляр соответствующей кратности. Верхние и нижние модули освещения позволят изучать как прозрачные микропрепараты в проходящем свете, так и непрозрачные образцы небольшого размера в отраженном. Заметим, что наблюдение в отраженном свете возможно только с 4- и 10-кратным объективами. Питание светодиодов осуществляется от трех батареек или аккумуляторов типа размера АА. Отсек для их установки располагается в нижней части основания микроскопа. Около нижнего модуля освещения располагается четырехпозиционная рукоятка включения-выключения модулей освещения. Один включен нижний модуль, два включен верхний модуль, три включены оба модуля. Off – освещение выключено. На боковой стороне основания микроскопа предусмотрено специальное колесико, вращением которого изменяется яркость светодиодов. Предметный столик микроскопа имеет размеры 90 на 90 мм. Для фиксации микропрепарата применяются подпружиненные металлические лапки. Под предметным столиком расположено колесо диафрагмы для настройки яркости и равномерности освещения препарата. Настройка резкости изображения осуществляется перемещением предметного столика вверх или вниз при помощи двух ручек, расположенных слева и справа на корпусе микроскопа. Вращение ручек тугое, но вместе с тем плавное, и трудностей с настройкой резкости не возникает даже на большом увеличении.
Тестовые наблюдения посредством цифровой камеры показали вполне достойные результаты на всем диапазоне увеличения. В качестве первого образца мы посмотрели анатомический срез стебля сосны. Как видим, картинка четкая и красочная. Оптические искажения, такие как хроматизм и кривизна поля, присутствуют, но не наносят существенно урона качеству изображения. На увеличении 100 крат хорошо видна клеточная структура ткани растительного происхождения. На максимальном увеличении 400 крат вполне можно рассмотреть и внутреннее строение отдельных клеток. Группа одноклеточных организмов – инфузория туфелька. На 400-кратном увеличении микроскоп показал различные детали их внутреннего строения. Интересно посмотреть на мелких насекомых. Муравей на увеличении 40 крат полностью помещается в поле зрения. На увеличении 100 крат его можно рассмотреть в очень мелких подробностях. В качестве образцов для наблюдений в отраженном свете мы взяли кристаллы сахара. Обратите внимание, что такого плана образцы лучше наблюдать на темном фоне. Фрагмент денежной купюры, пористая структура спичечной головки. Подводя итог, можем сказать, что качество исполнения и качество картинки оставили весьма положительное впечатление. Возможность наблюдения в отраженном свете значительно расширяет возможности инструмента. Отсутствие микрометрических суппортов, пластиковый корпус, а также отсутствие дополнительных аксессуаров вполне может быть оправдано невысокой стоимостью микроскопа. Уверены, что данная модель вполне заслуживает того, чтобы занять свое место в домашней или школьной лаборатории. Любознательный ребенок, да и любой взрослый человек, получит массу положительных эмоций от общения с этим прибором. С вами был технический обзор от лаборатории «Астроскоп». До скорой встречи в нашем магазине.